Харьков, 18 сентября 17 год. Красота, сейчас покажу красотищу. 18 сентября. Так, наверное, не против солнца. Еще хуже, да? Шестнадцать тридцать, 18 сентября 17 год, плюс 35 по Цельсию, не по Кельвину. Что такое осень? Это лето. Так, а вон у нас региональный центр послуг, который я уже трижды снимал снаружи, но ни разу не бывал здесь в рабочий день. А любопытство гложет. Да, и кстати, и вечером я здесь, по-моему, не был. Так что солнышко с этой стороны было. Совсем другой вид у здания. Да, народу немало. О, какая красота! Welcome! А мне как назло ничего не нужно, все у меня есть. Ты посмотри, даже детский уголок есть. Молодцы. Туалет — это важно. Мегабанк, вот это надо будет сюда и подходить, если что. А не подскажете, со скольки до скольки работает центр? Да, пожалуйста, вся информация. А, с той стороны есть, можно, да? Открыть дверь и с утра берет. Ага. Спасибо. Вот, оказывается, есть то, что здесь запрещается. Катание на роликах. Распитие алкоголя запрещено. Но это все не про меня. Ой, как красиво. Да, вечером, конечно, совершенно все по-другому выглядит.
Так, кто не в курсе, там у нас Героев труда, это у нас проспект Тракторостроителей. Да что ж такое, на каждом шагу распитие алкоголя. Неужели у кого-то закрадывается мысль, что здесь это дело поощряется? Или это место для этого предназначено? Так, о чем я? Проспект Тракторостроителей, 144 адрес. Ну, в общем-то, нормалек. Внутри даже лучше, чем я ожидал, это все выглядит. Молодцы. Что тут говорить? Молодцы. Ага. Он еще и выгул собак запрещен. Ну что, приемлемые запреты, приемлемые. Харьков, 18 сентября, боже, какая жара, 17-й год. Сейчас еще раз сниму это табло, может, с другого ракурса. А то что-то я не особо уверен, что записалось это все при таком освещении. Тридцать семь, 18.09.17, плюс 36. Да вы что, издеваетесь, народ? Ну куда уже? Не, отсюда вообще никак. Ну ладненько. Бог с ним. Если не видно, уж поверьте на слово. 36 градусов Цельсия, 2017. До этого максимум был в 1994, 29 градусов. Ну ладно, по домам.